Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш любимый геймер ACV. В этом видео расскажу, как исправить проблему, то что у читера Reads не работают ссылки. То есть, когда он делает ссылки на чит, у него почему-то не работает. И сегодня я буду это исправлять, то чтобы вам показать, как это исправить. Да, вот ссылка на чит. Вы, например, выбираете какой-нибудь там браузер, я не знаю, там Яндекс.Браузер, например, Яндекс.Браузер. Да, вот, нажимаем, короче, перейти. У нас, короче, мы должны сделать одно задание, да, ребят, вот. Всякие задания делать надо. После этого у вас идет, короче, такая реклама. Да, она специально это должно быть. Точнее, еще момент. Нет, я не буду обновлять страницу. Пусть пока так побудет. Вот потом идет просмотр рекламы. И вот идет секундомер рекламы. После этого у вас будет кнопка пропустить рекламу. Вот, нажимайте. Вот сейчас. Вот у вас будет пропустить рекламу. Вот. И вот у вас появляется такая штучка. Нажимайте на проверить и... У вас не работает, то есть, смотрите, у вас просто не работает, ничего у вас не работает, и все. И вы такие пишите ему в комментарии там, почему у тебя не работают ссылки. Да как же это исправить? Да это очень легко. Выходите, уходите вообще из всего и обратно заходите на эту ссылку. И потом выбираете не Яндекс браузер, а выбираете простой браузер Chrome. Нажимаете только сейчас, но это если что, я так всегда делаю, потому что это... полезно. Короче, сейчас не об этом. Вот. Нажимаем перейти. Тут, короче, надо обозначить светофор. Да, как же говорил, это задание. Вот. Так, у нас все совпадающие. Вроде все. Короче, нажимаете подтвердить, и все. Вы опять переходите на сайт. И вот идет просмотр рекламы. Опять секундомер и так далее. После этого у вас будет пропустить рекламу. Да, вот сейчас вот все будет. Так. Нажимайте на пропустить рекламу. Все, вас опять сюда перекидывает. Но теперь тут все будет абсолютно работать. Нажимайте на проверить. Все. Потом видите свой аккаунт. Короче, выберите свой аккаунт. Я не буду вам показывать мои аккаунты, потому что я не хочу, чтобы кто-то узнал. Выбирайте какой-нибудь там аккаунт, например, вот это мой аккаунт. Какой-нибудь выберите аккаунт, и все. После этого нажимайте на получить вознаграждение. Потом вас выкидывать на Яндекс.Диз. Вот, все. Вот, проблема решена, все решено. Если вам понравился этот ролик, то поставь лайк и подпишись на канал. И не забудь, и подпишись на читера Reads, ведь он делает самые качественные ролики. Удачи и пока!